Сегодня мы будем биться ради Абдурахмана Гази. Армия Императора во главе с Колоназом направляется сюда, дабы нас уничтожить. И нам подобает, с позволения Аллаха, помешать им добраться до крепости. Да поможет и поддержит нас Аллах. Аминь! Стой! Пусть отряд лучников займет холм напротив. Мы уже совсем близко к землям тюрков. Лучники! Осман, проклятие! Колонос, ты же пришел ради мести. Так вот он я прямо перед тобой. Ну же, вперед! Лучники, стреляй! Войны, открывай! Защищайте Усманбея! Вперед! Давайте! Войны, вечно живой Аллах! Колонос! Брат, где-то 50 солдат успели сбежать, Бей. Им некуда бежать, брат. Мы пойдем за ними. Монголы убьют их еще до того, как они доберутся до крепости. Духи жаждут крови ради наших погибших нукеров, ради Тугая. Убивайте их всех. Сбежавшим нет прохода. Значит, монголы, да? Ой-ой-ой-ой. Они узнали, что это Никола сообщил мне об их убежище. Мы убили большинство их нукеров, и они захотят отомстить Николе. Поэтому они использовали торговца, прибывшего из Константинополя, и передали весть брату. Это не мы устроили ловушку Колонозу, а монголы. И пока шакалы грызут друг друга, тут и объявится лев. Обе стороны послужат нам на этом пути раздора. До тех пор, пока мы не вырвем их сердца. А пока раздайте беем их добычу. Да будет так.